Поскрипывая снегом по заснеженной дороге, к городу направляется красный обоз. На первой подводе, упруго надуваясь от ветра, краснел кумачевый аншлаг. От новосельцев к калининцам. Всего два слова, но как много они говорят. Говорят о великой дружбе советского народа, о готовности каждого советского гражданина протянуть руку помощи братьям и сестрам, над которыми жестоко надругались фашистские мерзавцы. Эти два слова – свидетельство о благородных делах новосельских колхозников. Когда призыв о помощи пострадавшим калининцам разнесся по колхозам новосельского сельсовета, каждая колхозная семья сочла своим священным долгом немедленно оказать эту помощь. В течение 2-3 дней на склад сельской комиссии поступали десятки центнеров пшеницы, ржи, 164 предмета из посуды, 54 полотенца, много обуви, одежды, 40 метров мануфактуры и многое другое. Газета «Призыв», 7 марта 1942 года.